29 июня глава государства Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, состоящих на воинском учете. На сегодняшний день в Российской Федерации имеются две системы комплектования или накопления мобилизационных ресурсов. Это граждане, каждый гражданин у нас после того, как отслужил в вооруженных силах или даже который не служил, он находится в запасе. Помимо этого, среди граждан, которые находятся в запасе, отбираются граждане, с которыми заключают контракт, и они проходят уже по контракту, они находятся в резерве и считаются как резервистами. То бишь с этими гражданами заключается контракт, подписывает командир части этот контракт, и они получают определенное денежное содержание за нахождение в резерве. Граждане, которые заключили с командиром части контракт, были назначены на конкретную должность и в случае объявления военных сборов должны в короткий срок прибыть на военную службу в свою часть. В средствах массовой информации много говорится, что ежегодно у нас проводятся стратегические командно-штабные учения. В этом году на территории Южного военного округа будет проводиться в сентябре месяце стратегическое командное учение «Кавказ-2020». Поэтому в рамках указа президента, в рамках проводимых стратегических учений проводится подготовительная работа как в военных комиссариатах и в администрации. Отрабатываются соответствующие документы, проводится уточнение документов, которые обеспечивают короткие сроки развернуть воинские части, провести отмобилизование и выполнить те задачи, которые предписаны будут по учению. Не подлежат призыву на военные сборы педагоги, многодетные отцы, служащие Совета Федерации, работники сельского хозяйства, если в этот период идет уборочная или посевная кампания, а также по состоянию здоровья. На сегодняшний день, как вы поняли, что с резервистами, которыми заключен договор, с ними проводятся ежедневные, двухдневные плановые занятия. А в сентябре месяце будут они призваны на 10-дневные учебные сборы, то бишь они 10 дней будут находиться в пункте постоянной дислокации воинской части, в местах выполнения учебных тактических задач, где выполнять будут упражнения из стрелкового оружия, вывождение боевых машин, в общем, соответствует занимаемой должности. У нас на сегодняшний день не только рядовой состав, но и привлекается офицерский состав. С офицерским составом будут проводиться определенные занятия, повышение профессионального уровня, штабные тренировки, где будут решаться тактические задачи по выполнению того или иного вида боя. Наряду с этим в середине июля завершается весенняя призывная кампания, которая стартовала 1 апреля. 70% молодых людей уже отправились к месту военной службы. План отправок выполняется. Осталось у нас отправить около 30% призывников, граждан призывного возраста. На сегодняшний день увеличился объем отправляемых граждан, поэтому хотелось бы обратиться прежде всего к призывникам, обратиться к родителям, что для нас, как работника военного комиссариата, для меня, как для военного комиссара, самое дорогое – это здоровье призывника. Но самое главное, что мы боремся на сегодняшний день с новой коронавирусной инфекцией, но это понимание, я вижу, у провожающих отсутствует. И естественно, что не соблюдая социальные дистанции, не соблюдая требования масочного режима, может послужить тем, что молодой человек может заболеть в начале своей службы. Пользуясь случаем, хотелось бы, чтобы родители, друзья, которые заинтересованы в состоянии здоровья молодого человека, который бывает на службу, отнеслись с пониманием и исключили большое количество пребывания на проводы, исключили, хотя мы разработали инструкции и просили вообще не провожать. Но я думаю, что это трудно, наверное, исполнить. Но раз это трудно исполнить, то хотя бы нужно выполнять те постановления, те распоряжения, которые у нас на сегодняшний день существуют. То бишь нужно выполнять требования по социальным дистанциям, по выполнению мероприятий масочного режима. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо.